Меня зовут Маша, я учусь в 8 классе. Что дальше говорить? Жизнь — это череда моментов. Мне еще 14 лет, но уже есть что вспомнить. С детства я занимаюсь танцами и недавно начала заниматься акробатикой. За это время тех самых моментов накопилось много. И каждый из них меня чему-то научил. Занятия в спортивном зале по несколько часов в день научили меня не сдаваться и всегда идти до конца к своей цели. Маша, скажи, пожалуйста, нравишься ли ты другим людям? Я не знаю, нравлюсь ли я другим людям. Ну, я не знаю. Все, кто меня знает, говорят, что я хорошая, и я всем нравлюсь. И вот, например, когда я приехала сюда, вот девочки, и типа все такие спрашивают, кто твоя лучшая подруга? Такие. И я не знаю, что сказать, потому что так много кто говорил. Все хотят со мной как бы отношений ближе, ну, я не знаю. Мне нравится, что я могу сказать человеку то, что о нем думаю, в глаза. Я не могу скрывать это. Я говорю это, чтобы человек мог исправить это. Я могу даже сказать плохое. Танцы в окружении девочек научили взаимопониманию и показали ценность дружбы. Занятия акробатикой научили бороться с трудностями. Например, мне не нравится стиль жизни, потому что некоторые спешат повзрослеть. Я не хочу взрослеть, я хочу остаться в том возрасте, в котором я сейчас, потому что я понимаю, что детство может уйти, а то, что я повзрослею, это все равно сбудется. Ну, но я все равно хочу остаться, ну, маленькой. Мне не нравится, что я взрослею. Теперь я почти ничего не боюсь. Единственное, чего мне не хватает, это любви и поддержки. Или, если сказать одним словом, семьи. Я хочу стать хирургом. Я не знаю, но мне всегда была медицина ближе. Я знаю, что хирург – очень сложная профессия. Я постараюсь выучиться на него и стать тем, кем я хочу. Я верю и знаю, что многого могу достичь, но только если рядом будут те, кто будет в меня верить. Верить до самого конца, и даже в тот момент, когда я сама перестану верить в себя. Это и есть семья, о которой я мечтаю.